Юные девушки в платьях нежных цветов и кружащиеся в вальсе с кавалерами. В Хабезе прошел настоящий бал в лучших традициях придворного этикета и с акцентом на золотой век. Приглашение на светский раут получила и Фатима Даурова, которая и оценила утонченную красоту вечера. Диана Даурова сейчас испытывает трепет юной девушки, который сменяется предвкушением чего-то красивого, радостного, а потом и вовсе ликованием. Для нее этот бал стал выходом в свет в качестве дебютантки, и к нему она подошла со вкусом. Платье я тоже начала искать сразу же, когда нам сообщили про этот бал. Хотела себе светлое платье, нежное платье, и выбор стоял между небесно-голубым и таким розовым оттенком. И я выбрала такой оттенок, потому что он мне больше понравился. И вот церемонимейстеры объявляют о начале торжества и по очереди оглашают имена гостей. Кавалеры первым делом сопровождают прекрасных дам, своих наставниц-учителей, а прелестные молодые девушки составляют им компанию. В утонченном реверансе они приветствуют зрителей. Бал в лучших традициях аристократических салонов начался с полонеза. Торжество представили в виде интерпретации эпизода из произведений «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, а точнее первого бала Наташи Ростовой. Подготовка к балу началась за несколько недель. Девушки и их партнеры обучались и совершенствовали танцевальное мастерство и свои манеры. Очень тщательно подбирали наряд. В женских уборах приветствуется лаконичность, простота выражается и в украшениях, подобранных со вкусом. Ведь вычурность всегда считалась дурным тоном. Такие наглядные уроки в историю будоражат умы детей в хорошем смысле и настраивают их к познанию истории своей страны, считают организаторы торжества. Я думаю, что сегодняшнее событие дало возможность ощутить это необыкновенное чувство причастности к такому большому историческому событию. Мы знаем о том, что наши девочки в детстве все мечтают побывать на балу, и сегодня у них была такая уникальная возможность благодаря нашему проекту. И как же точно сказал гениальный Александр Сергеевич Пушкин о балах? Музыки грохот. Свеч блистания, мелькание, вихрь быстрых пар, красавиц легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг, все чувства поражает вдруг. Фатима Даурова, Мумина Тиширова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.